Радио «Сибирь», входящее в холдинг МКР «Медиа», завоевало 7 наград на региональном этапе фестиваля «Вместе радио». Работу корреспондентов и ведущих отметили во всех номинациях. Так, первое и второе место за лучший репортаж заняла Татьяна Вагнер из томской редакции. На третьем ее коллега из Кузбасса Павел Лавров. В номинации «Ток-шоу» победил проект «О мечей. Большой разговор» в утреннем «Йети-шоу». А лучшим информационным выпуском признаны новости радио «Сибирь» Томск. В числе тематических программ отмечены «Томская матрешка» и «Дети войны» из Улан-Удэ.